Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании KXN, серия Redline, на цоколь H15, температура свечения 6000 кельвинов, мощностью лампы 35 Вт. Поставляются фирменные упаковки данной лампы. Внутри у нас находится оригинальный гарантийный талон вместе с инструкцией и схемами установки. И также две светодиодные лампы. Вот так вот они выглядят. Они полностью металлические. Идут с двумя типами охлаждения. Пассивный радиатор и активный встроенный кулер. Есть никаких драйверов на проводе подключения. Подключается на питание как 12, так и 24 вольта. Мощностью, как я уже сказал, 35 ватт. Светодиоды используются COB в данных лампах. Вторая лампа абсолютно идентична, все то же самое. Сейчас мы одну из ламп подключим на питание 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет подсвечивать. Подключаем лампу на питание 12 вольт. Видно, насколько ярко отсвечивает данная лампа. Свет чисто белый выдает. Заявленная температура свечения, как я уже говорил, 6000 кельвинов. Мощность светового потока заявлена 3800 люмен. После установки данных ламп нужно будет обязательно выставить правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.